Всем привет! С вами я, Данил. И сегодня мы поиграем в Battlefield 4, а именно сюжетную линию. Мы еще не смотрели Battlefield 4, ну и вообще я не знаю, что там да как. Я видел... Нет, ну я в нее уже играл один раз, я помню, в сюжетной линии. И помню о том, это очень было давно. Помню я там только один момент. Это связанный с танком. Вот, ну а мы начинаем сюжетную линию Battlefield 4. Игра должна быть очень интересной, графика тоже у нее не менее интересная и крутая. Так, сетевая игра мне доступна, но мы в нее потом поиграем. Дайте компания. Играть в компанию Battlefield 4. Да. Поехали. Давайте поставим. Ну, здесь, я думаю, поставим все-таки нормально, потому что легко и не хочу как бы нормально, ну, сложно. Тоже как бы не хочу, он быть сложно и резко, как бы непонятно. Так что мы включим нормально. Посмотрим, сколько мы сможем пройти за все время. Никак нет, штаб-сержант. Эй, Рекер, ты очнулся? Возвращайся к нам, парень. Больше не отключайся. Славно, Рекер. Круто водишь, только концовка малость подкачала. Включи свет, Пак. Сиденье не двигается. Ты застрял, сержант. Ирландец, паниковать в такой ситуации... Это самое худшее. Не надо так говорить. Ты меня до усрачки пугаешь. Пак, помоги сдвинуть сиденье. А, мы все еще тонем. Мы вытащим тебя отсюда, да. Слышишь? Каким образом? Двери заклинило. Черт! Не так все должно было произойти, ирландец. Возьми мой пистолет. Ты чего, блядь, задумал? Он теперь твой. Ты чего, блядь, задумал? Если волк хочет выжить, он должен открыть себе лапу. Стреляй! Не делай этого! Давай, Рекер! Стреляй в окно! Это приказ! Рекер, блядь, не вздумай! Спасайтесь, выбирайтесь отсюда! Выбирайтесь! Корню, брат. Я сейчас попробую все-таки стрельнуть. Потому что... это одна из концов, как я понимаю. То есть... ну, наверное, это как-то все-таки повлияет на одну из концовок. Я не помню, надеюсь. Так... в каком-то доме. Сейчас постойте на строчке. Хорошо. О, где у нас настройки? Контрольная начать зона. Опция. А, в опциях. Управление. Чувствительность джойстика. Смотрим. Ну, сейчас еще немножко сделаем. И вот здесь пробуем на 40. Может, это на что-то повлияет. Ну, вот так, я думаю, нормально будет. Так, это приседать. Меню, ну тогда мы уже поняли.
Мы в каком-то сейчас, как я понимаю, у нас нет, кстати, патронов. Но мы в каком-то, в какой-то школе, блин, голуби. В какой-то школе. Бросай, бросай оружие! Черт возьми, Рекер, я чуть тебе в лицо не пальнул. Воздатый избавился. Полегче, Пак. Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Русские, да, спецназ, они то тут, то там. Дыши глубже, сынок. Информация у тебя? Да, да, у меня. Славно. Черт, уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландца видел? Я думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. Где вы? Могильщик главный, возвращаюсь с севера. Уже близко, запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Мы вас прикроем. Рекер, готовься. Прикройте, мандатик. Займи позицию у окна. Будем прикрывать ирландца. Возьми патроны в контейнере. В каком? А, вот в этом. Окей. Ящик с оружием. Угу. Это... Что это ящик с оружием? Я типа взял патроны? А, да, я взял патроны. Я типа вот здесь. Не стрелять! Стой, ирландец, осторожно! Отцепись от меня! Рейгер! Враги в окнах напротив! Они меня прижали! Может, как-то еще может пробежать? Понятно. Немножко. Вон еще появились, видите? Так, а вон и... Еще двое слева! Валим их! Двое слева. Ирландец, давай к нам! Кто-то еще движется? Мы всех грохнули! Чисто! Руку дай! Ты цел, ирландец? Твою мать. Кто сказал, что эта хата безопасна? Могильщик, выдвигаемся. Как я понимаю, это я могильщик. Это могильщик. Пакет у нас, но мы расшевелили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Вертолет на подходе. Приведите отряд на позицию. Конец связи. Внизу. Так, окей, команд, команда в бой. Закрыть. Матрик, окей. Они нас пока не заметили. Надо их сразу завалить. Пометь их и дай сигнал. Как они не попадают в меня? Отлично сработано, магичка. Какие вы косые все-таки, извинюсь, конечно, правда. Вот наш выход.
Рекер, поищи в контейнере взрывчатку. Ага. Так вот. Тайник с гаджетами. Так, ладно, вот это. Вот взрывчатка у нас. Сделай, чтобы в ушах звенело. Сделаем, как сможем. Все в укрытие! Опа. Сейчас рванет! Опа. Опа. Кажется... Давай, сделай проход, Рекер! Чудесно! Пошли! Так, оружие, оружие. Это же птица 2-1. Мы на подходе. У кого расчетное время прибытия? Прием. А, вот. Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Выводи своих парней на крышу. Не заставляйте меня ждать. Просканируешь сектор, Рек. Вон то здание. Это скорее половина здания. Так, а на что как-то кисти? А, вот. Ну, давай. Как это? А, вот мы что? Да, две дымовые трубы прямо впереди. Видишь, Рекер? Так, где эти дымовые трубы? Точка эвакуации должна быть на юго-западе. А где? А, ну, значит, пришлите. Давай, Рек, бинокль очень полезная штука. Не понял, где. Сейчас поищем. Чисто ничего не вижу. Постой. А, так все. Че? Господи, что они меня заставляют делать? О, смотрите, новое оружие. Ну, думаю, мы оставим вот это, которое было. Мы просто патроны для него возьмем. Пошли. Следите за своими секторами. Не спускай глаз с цели. Полегче. Как я понимаю, мы сейчас играем против русских. Вот она! Внимание! Вижу впереди множество тепловых сигнатур. Никто не поможет? Так, ну, у нас есть вот эта штучка.
Подождите, я за рулем. По-другому ездить. Пробираемся через порт, затем в сливную трубу. Эвакуация, вот и мы. Да, я их вижу. Веду огонь. Пока чё. Ладно, вот так вот. Так, изменить. Бросить гранат. Давай. Ага. Все так. Надо на карту смотреть почаще. Посмотрим по времени, сколько мы будем играть. Вот она! Внимание! Вижу впереди множество тепловых сигнатур. Ага. Вот с этого момента. Да. Ну чё ты? Поняла, жду цели указаний. Пробираемся через двор, затем в сливную трубу. Эвакуация, вот и мы. Окей, давай нам цели. Я не вижу, где. Окей, давай нам цели. Веду огонь. Окей. Хакер, осторожно! Готово работать.
Да потом, ну подождите, женщина. Видите, у нас напряженная какая игра. Женщина вообще ничего не поняла, походу. Сейчас подкрепление пить и должен прийти. Вижу еще противников на холме впереди. Контакт! Прямо впереди! Контакт установлен. О, чё ты не стреляешь? Ну ты прикинь, чё мне делать? Ждите, перезаряжаюсь. Дай мне свой вот этот агрегат. Поняла, жду цели указаний. Я готов к выходу. Да не никто нас не давит, один чел там. Окей, давай нам цели. Окей, калаш, короче, взял. Ну вот, держи. Это все. Пока. Они спасаются бегством, вперед! Сливная труба! Это единственный путь! Уже почти на месте! Всем быть начеку! Я, короче, боюсь. Что-то не больно домой кушает. А чё мне не сказали, что он взрывопас? Ты я такого удара ему кушаю. Серьезно. РПГ! Понятно, атакую! Ты вот он где-то? Погибший плавный! Мы должны отглядеть, чтобы по нам не попали РПГ! Придерживайтесь плана там! Разлетайтесь в крыше, я вас прикрою! Погоня! Что-то ты нас не очень прикрываешь. Давай гаджет убьем.
Ай-яй-яй-яй. Стрел тупой. Пристрелка тупая. Да вы серьезно, то есть серьезно, пацаны. Да ты меня толкаешь куда? Отстань. А я тут развернуться просто. Блин. Разобраз больше. Ну пошлите. Ему получается. Мне же, наверное, там скучно даже стало. Патронов мало. Прикрыл. А, вот на этом уже еще один был. Такая крутая музыка в начале была. Так. Блина. Ой, понял, сюда. Только сюда нам. Что-то они медленно как-то идут. Значит, там поживик, что ли? Мы наверх в этой хреновине поедем? Так быстрее всего. Да и искать другие варианты некогда. Это вы еще с террасы не смотрели. Думаю, я буду в полном восторге. Заткнитесь. Смотреть в оба. Могильщик главный. Радар показывает противника в воздухе. Блять! Эй, понял. Помогите! Ложись! Вот падла! Блять! Конечно. Встаем! Эта падла разнесет все тут нахрен! Бежим! Далеко еще! По-моему, это верхний этаж. Могильщик, где вас черти носят? Верхний этаж.
Сейчас, бежим! Он улетает, да, тащите вертолет, быстро! Надеюсь, эти блядские данные того стоят. Быстрее! Залезайте сюда, здание шатается! Конечно. Ну а кто мог еще иначе думать? С дороги! Не подходите! Я потеряла управление! Просто у нас очень крутые танки. Техника очень крутая, это все. Американцев нифига нету. Ну бывает. Бум. Ну, мне нравится. Хокинс или кого-то еще? Нет, никто не выжил. Вытащи данные из-под обломка. Не могу, его придавило. Попробуй, я тут рекер вытаскиваю. Вот черт, вот черт. Там с тобой все будет в порядке, я обещаю. Мы тебя вытащим. Мак, топливо. Знаю, знаю. Кто? Рекер, прикрой меня. Выходи, быстро. Выходи. Помогу. Пожалуйста, я помогу! Пожалуйста! Нет, уходите! Опасно! Вы гражданские! Рейкер, мне нужен твой нож! Зачем? Что, сержант? Придется резать ногу! Придется! Рейкер, иди сюда! Если вам попадает в капкан, он отгрызает тебе лапу, чтобы выжить! Ну же! Кости все равно раздроблены! Тут только мясо и ткань! Давай, режь! Блин! Он умер? Нет, не умер, а просто потерял сознание. Тебе ли не знать, тебе вроде как-то были помощь. Это были трехчасовые пушки! Сюда летит! Ложись, ложись! Поехали, поехали! Вертолет, возвращайся, поехали! Эти азеры славные ребята, да? Давайте в машину! Ты выживешь, да? С тобой все будет в порядке, мы тебя выпишем, обещаю тебе! Он же выживет, правда? Обязательно выживет. Поехали, Рекер, ты за рулем. Здорово, что приехал. Бля, неожиданно, конечно. Крепость, это могильщик. Наш вертолет подбит. Нужен другой вариант, как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад. Вас понял, крепость! Пути! Где вертолет? Не знаю, я смотрю! Черт, нога! Жена меня убьет! Дан, дыши медленнее! Мы довезем тебя домой! С тобой все будет в порядке! Ну, рулить я могу, потому что я в GTA научился, да. Домой никто из нас не поедет. Кто-нибудь еще слышит первые аккорды Дикси? Ты только держись! Быстрее, Рэд! У Дана травматический шок! Очень, Ван, конечно, видно. Он потерял слишком... Вон он летит! Рэд, собака. Можем оторваться? Это, блядь, вряд ли. Хуй туннельчик. Где же эта падла? Куда он делся? Видишь его? Я не видел, куда он, блин, делся. Вот, да, они видят, куда он, блин, делся. Блин. Да еще бы чуть-чуть. Подожди, я не видел, куда он делся. Чё ты вообще не видел? Вот, блядь. Нет. Мочи этих мудаков. О, да. О. Вот так. Блин. А теперь я понял, на каком моменте застрелил.
Могильщик раздобыл данные. И что? В случае военного переворота в Китае русские будут на стороне адмирала Чан. Это подтверждение рапорта нашего агента в Китае. Значит, штаб-сержант Дан погиб ради того, что мы уже знали. На улицах Шанхая массовые беспорядки, капитан. И тут замешаны русские. Нам нужно было знать наверняка. Наше закрытие Суэца – это уже довольно деликатная проблема. Один неверный шаг – и будет война. У вас приказ, капитан. Слушаю, сэр. Мы направляемся к восточному берегу Китая. Понятненько. Ну а на этом все, мои дорогие друзья. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Напишите, если вы хотите продолжение. Не забудьте про колокольчик. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока.